Екатерина – студентка второго курса, специальность – экономика. Стать профессионалом в своем деле, говорит, помогают современные образовательные методики. Помимо лекций и теорий, в ВУЗе креативный подход. Это еще и практика, где мы разбираем какие-то современные ситуации, какие-то современные технологии по повышению квалификации. Вопрос профессиональной подготовки кадров сегодня поставлен на уровне высшего руководства страны. Глава государства обозначил и задачу создать 25 миллионов новых рабочих мест. А сегодня в Самаре начал работать межрегиональный деловой форум, в котором ключевое звено – инициатива регионов. Президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем послании губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин неоднократно говорили о том, что сегодня наступают такие времена, когда без интенсификации своего труда мы дальше развивать страну практически не имеем возможности. Мы должны задумываться над тем, как повысить качество принятия решений, как подготовить такие кадры, которые бы могли работать в других условиях, в том числе и более интенсивно, качественно и грамотно. Подготовка кадров для народного хозяйства – новый уровень развития. Грамотных специалистов в области науки и техники, менеджмента и госуправления ждут повсеместно. Для Самары кадровый вопрос сегодня актуален как никогда. В городе первом в России проходит реформа муниципальной власти. И чтобы преобразить его до стандартов современного мегаполиса, нужна команда, способная решать стратегические задачи. Нам необходимо очень тщательно подходить к тому, как мы подбираем кадры, как формируем и развиваем. К сожалению, вот реалии сегодняшней управленческой дисциплины, сегодняшней управленческой политики, ситуации таковы, что у нас по-прежнему не хватает квалифицированного кадрового резерва. У нас нет целого пласта специалистов, которые могли бы прийти и работать во внутригородские районы. Мы, конечно, реагируем на эти вызовы, проводим периодические учебы, в том числе и на базе Международного института рынка, пытаемся формировать необходимые компетенции. Работа форума запланирована на 2 дня, и не только для студентов. За парты садятся даже профессора и академики. В названии форума ключевой термин – народное хозяйство, и это, по мнению участников, очень важно. Стратегическая цель модернизации государства – повысить уровень жизни в стране, и ее способны решить только профессионалы высшего класса. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.